Всем привет, дорогие друзья! Я вас приветствую на нашем канале, на канале Dark Twins. А мы играем в игрушку Horizon Zero Dawn. Так, у нас путь теперь лежит неблизкий. Очень неблизкий, кстати. А, вот есть продавец. Давайте все-таки к нему сейчас доберемся, тем более на дворе ночи. И, возможно, я смогу здесь в лесу добыть животных, так как мне не хватает ресурсов, чтобы взять себе нормальное копье. Уже. Кстати, а почему мы не засунули в прошлый раз в копье модификация ячейка? Повреждение брони от огня. Ну, вот эти это слабенькие зелененькие, да, поэтому давайте вот редкий вставим один. И все, на этом пока закончим. Один редкий. Это уже хорошо. Племя Карха, мы им сделали услугу, то что замочили ненавистных роботов, которых терроризировали. Блин. Никак не могу избавиться от этого кашля. Я надеюсь, иду правильно. Иду правильно. А, тут путь перестроился, видели? Ну, классно, пещера. И водопад. Так, здесь живность-то хоть обитает какая-нибудь? Есть. Вижу кабанчика. Вот, кабанчик ходит. Кабанюка, стой, мразь. Нифига себе. А что, я с лука так-то мало попал? А у меня лук-то не охотничий получается. Точно. Так, сочное мясо, ресурс, жирное мясо. Хорошо. Уже не дурно. Так, еще вижу, и птицы летают. Что-то он не хочет изучать. Бризда меридиана. Блин, как это все классно выглядит. Ночь. И смотри, здесь уже больше такая пустыня. Здесь не зима, а именно вот пустынный рельеф такой. Обнажновая зона, торговец. Я вас понял. Торговец где-то рядом. Где-то рядом я его прошел. Как так? Я шел-шел, и даже он даже не крикнул, типа, эй, дружище, подходи ко мне. Поторгуем давай. Купить. Что тебе есть вкусного для меня? Нужно еще 5 сочного мяса, друзья. Еще 5 сочного мяса. А так у меня все есть. И вот взрыв... Проще Карха, да? Взять потом. Ну вот сейчас на первом месте. Так. А что касаемо одежды? 1100. У меня вот есть ледяная охотница. Вот это вот мех и бронепластина защищает владельца от холода. Обычный костюм жителей суровых. Понятно. Вот на это мне еще хватает. А какой тут топовый вообще? О, классно выглядит, да? А, гроза лучников Азерам, тяжелый. Так, 30 к меткости. Кристальная плетка, у меня такого нет. Сердце скарба тоже нет. Угу, вот такое могу взять. Или такое. Это плетеный проволок и кожаный фартук с щитками. Идеально защищает от электрических разрядов, которые угрожают всем, кто работает мастерской. Лента рога. Так, а здесь вот у меня такой, да, надет на мне.
понял, но все эти мне не хватает. Либо денег, либо еще чего-то. Вот по ресурсам жалко мясо они не продают. Ох, как жалко. Поэтому давайте за мясом надо поохотиться. Блин, придется спускаться в долину. К этим роботам. Есть. Так, птица летает. Это... Не знаю, это хорошо или нет. Так, путь в Меридиан. Свободная гора. Так, мне нужно поохотиться, друзья. Хочу все-таки взять себе нормальное копье. А то я долго... Так. Почему-то он не хочет мне птичку эту. А, все, буревестник есть. А, туловище. Так, буревестник, емкость с огнежаром у него есть, да? Двигатель, емкость с охладителем, разрядник. Так, трофей, огнежар, морозильная вода. О, кристальная плетка, то есть мы можем с него ее достать, да? Сердце буревестника тоже лазит. Так, ага, отлично. Сейчас он ближе подлетит, и мы его... Двигатель, да, значит, ему, если что, можно, из этого можно сделать дело. Подрезать. Тихо. Фига себе, как разда... Какой шум раздается. Это кто такие-то? Бизоны. Да ладно, нифига себе, бизоны. Туловище, рога, топливный элемент. С чего мы можем с него достать? А, ядро машины среднее. Светящаяся оплетка, линзы. Рядом с ними есть рыцари. А, так, сочное мясо одно. А мне нужно... А мне его нужно как можно больше. Сочного мяса. И... Как бы этих дурачков я... Немножко опасаюсь пока. Я даже не знаю, что с ними делать. Вижу кабана, пойду мочить кабана. Потом обратно к торговцу возьму нормальную пику себе, как говорится, да? Ух ты, что-то в нем желтенькое даже. А, кость кабана, так, сочное мясо. Так, хвост, кость лисицы. А это у нас кто здесь? Здесь уже как бы... Смотрите, сколько какие-то просторы огромные. В этих кустах не прячется она, понял. Ищем дальше животных. Интересен нам кабанчик. Блин, джойстик трясется так угрожающе. Когда эта хрень летает здесь. Thank you.
Чертов енот! Есть. Талисман, хвост животного, сочное мясо. Сколько мне, кстати, сочного мяса этого? Еще два штучки нужно. Друзья, еще буквально два штучки и все. Я буду по оружию укомплектован. Неплохо. О, птичка. Стой, птичка. Есть, все. Друзья, мне хватает сочного мяса. А, так, зона буревестника. Как далеко я ушел от торговца. Далековато. Так, раз есть мост, надо идти по мосту. Да, места здесь, конечно, не очень дружелюбные, но есть бегуны. Я, наверное, сейчас заарканю бегуна себе и... Лис. Жирное мясо. Откуда у лиса жирное мясо, а? Объясните мне, друзья. Лисы, они же вроде не такие жирные. Как люди. Торговец, торговец, мне нужна пика. Дай мне пику. Так, мне нужна пика. Оружие. Чик-чик-чик, есть. Кремучник Карха. Этот, несколько летящих, некоторое небольшое расстояние, он эффективен в случаях, когда важнее. Это не то. А чё, копья нет, что ли? Блин, я думал, это копье, а это гремучник какой-то. Ну, возьмем. Раз я на него собирал. Все равно. Так. Все, ты мой. Воу-воу-воу. Давай, давай, давай. Да ладно, на меня птица набросилась. Вы что, серьезно? Вы? То есть мне эту птицу желательно сначала загасить, да? Ну, видели, какая она огромная? Ну, блин, приземлилась и в ухо мне сразу насовала. Офигеть. Я без ничего, да? Мир за пределами священной земли. Сильно не дали, да? И добиться от него правды. Не дали, не дали, хорошо. Кто эта женщина? О, беда. Та, что так похожа на меня. Зачем им меня убивать? След Толина ведет в Меридиан. Когда я найду Олина, я заставлю его заговорить. И он ответит. Умничка. За все и за всех.
Придется, друзья, как-то добираться так. Надеюсь, здесь есть. Опа. Так, 1600 метров. Ну, это опасное путешествие будет добраться до меридиана. Вот так вот, потихонечку. Так, кстати. Понял. А какие у меня здесь есть? А, высокоточная стрела. Отбойная стрела. Понял. О. Теперь это похоже новое охотничье угодье. Нет, извините, не хочу я к новому охотничьему угодьям. Здесь летают птицы, которые не дают мне. Вот, смотрите. Какие-то новые роботы. Мы пока пройдемся. Нужна новая зона, костер. И торговец. Отлично. Отлично. Так а что с этой птицей-то делать? Не пойму. Новая зона, костер. Ну, попробуем спуститься. Отлично. Бизоны пасутся. Так, мне нужно тут туда или куда? Нужно туда. А там кто у нас? А там неизвестно кто, да? Давайте попробуем в ухо дать. Да вы что, серьезно? Так, а это стрела. Во. Давай, 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 ты должен сдохнуть. Так, бизоны, значит, очкуны, да? В большинстве своем. Ну, мрази. Так, птицу я не вижу, которая мне дает. Зато я насбивал кучу вкусняшек. Так, она сбивал много. Много вкусняшек. Это уже неплохо.
Здесь есть я. Да ладно, вы чё? Воу-воу, тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет-нет. Воу-воу-воу, ребятки, давайте. Тише-тише-тише, вау! Где эта мразь? Так. Аккуратнее, людишки. Людишки, людишки. Где эта птица? Блин, а это что у нас за... Так, это высокоточная, а нам надо... И уваливаем, 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 уваливаем. Держи, мразь. Блядь. Блин, улетела. Вау! Ты чё, серьезно что ли? Ребятки, спасайте. Есть тут кто живой, нет, среди вас? Ух ты, как я ее отстрелял-то, а? Получи, мразь. Вау, как это... Блин, интересно. Вау. Вау, дурак, блин, мимо. Я вижу, что боеприпасы кончились. Мне на них даже негде взять ресурсов. Ну, птичку-то я наполовину-то загасил. Сейчас две стрелы бомбанем. На, тварь! Почему я раньше этого не делал? По две стрелы, а?
Ты давай не улетай. Есть. Чё, всё? Отпрыгала. Вау. Блин, у меня даже... На, мразь. Вижу твои уязвимые места, мразь. Стой. Держи. На, тварь. Есть. Фу, какую громадину я загасил, друзья, друзья. Ю-ху-ху-ху, да. Кроликов загасил. Тебе? О, друзья, как? Спираль холода, спираль огня. Все это редкое вообще. Можно, можно, подождите, да я все пособираю. Парни, это все. Это вообще просто... Эпик, это вообще надо ставить мне лайк, наверное. Я себя вообще считаю сейчас супер-пупер таким дядькой. Я сделал это. Так, древний амулет. Где-то еще она что могла натрясти, нет? Угу. Вижу еще запчасти. Но это, конечно, было сильно, насколько мы видим. Ты хотел со мной поговорить, нет? Кто? Кто из вас хотел со мной поговорить? Нора, остановись, говорит. Пожалуйста, возьми это. В знак благодарности за то, что ты сделал. Что именно возьми-то? А, получен предмет. Коробка с щедрой наградой. Предметы. Нет, мне не оружие надо, мне нужен... Вот эта коробка с щедрой наградой. Капец. Хорошо. А, так, изготовление. Вот теперь можно поставить. Ай, черт, это ж не сюда. Блин. А, смотри, у меня гремучник-то остался. А че им не пользовался? А, редкий. Вот давайте электричество им пихнем. Так, гремучник. Смотрите, у меня есть предмет, да? Гремучник. Почему я... Вот, почему я им не пользовался-то, а? Все-таки он у меня остался, да? У меня есть два очка навыка, друзья. Надо посмотреть, что я могу взять.
Чувство равновесия мне пока не надо. Не привлекай внимания. Беззвучное касание. Точность плюс. Слабые удары копьем позволяют с большой вероятностью сбивать броню и компоненты. Блин, ну с птицей, конечно, это... боевой перехват. Написано, просто увеличить срок, в течение которого украшенная машина будет ситуация. Контрольный элой. Приманка. Это нам не нужно. Вот для этого что нужно? Прицельно из любого лука, чтобы посадить на тетиву еще одну стрелу до 3 стрел. Нужно 3 очка. Ага. Надеюсь, мне не нужно будет вот это. Повышает максимальную длительность эффекта концентрации. Будем надеяться. Так. Находится под уступом, которым понятно. Пока не будем ничего ставить. Фу, это было сильно, друзья. Это было сильно, это было эпично, это было экшово. Не знаю, как еще это описать. Так, давайте мы все-таки изготовим зелье, не знаю. Сочное мясо, я его все потратил на то, чтобы... Так, понятно. Если мы хотим биться с птицей, нужно что-то выпивать такое, что нам позволило бы устоять от электрических ударов. Вот. Блин, ну это круто было. Это выглядело очень классно. Так, мы... Одинокий огонь. Меня, конечно, потрепали, поэтому вы уж не обессудьте. Оп, люди стоят. Привет, друзья. Неужели костерчик? Битва с птицей. Это... Как он правильно называется у нас, если так, записная книжка, каталог. Я уже их сколько понаоткрывал. Называется он «Буревестник». Вот так вот. Круто-круто, друзья. Ну что, дальше путь к Меридиану мы будем продолжать в следующем видео. Спасибо, кто смотрел. Надеюсь, битва вам понравилась. Надеюсь, это была не последняя встреча с Буревестником. Мы еще раз встретимся. А дальше нас ждет путешествие вот в эти вот дикие края. И они мне подсказывают что-то. Не очень-то дружелюбны будут ко мне. Ну что ж, друзья, не забываем заглядывать в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка есть под видео. Подписывайтесь на наш канал, кто не подписался. Также вот подписочка сейчас появится. И смотрим следующее видео, тоже оно, вот оно, есть здесь. Так что всем спасибо, дорогие друзья, всем пока.